Всем огромный привет, меня зовут Ирина, мне 47 лет. На своем канале я показываю рецепты красоты в домашних условиях, как ухаживать за собой в домашних условиях. Я не хожу к косметологам, я все делаю сама дома. Я делаю массаж лица, гимнастику, делаю маски домашние. Покупаю только уходовый крем какой-то, один там на месяц меняю его. И в принципе все. Все, что я делаю с собой, как я ухаживаю за собой, я показываю на своем канале. Я собираю очень много рецептов, проверяю на себе и потом показываю вам, как это все работает. Сейчас я вам покажу, как я поднимаю свое лицо, как поднимаю овал утром, когда встаю, умываюсь. После того, как я умылась, наношу крем. Сначала беру крем и распределяю на шею, на лицо. Похлопываю, пробегаю потом пальчиками, также по шее провожу. Обязательно крем наношу и на заднюю часть шеи, затем выравниваю овал вот такими движениями. Беру пальчики и от середины провожу к ушам и спускаюсь вниз. Придерживаю подбородок, начинаю вот такими вот движениями поднимать кожу и овал вверх. Все опускаю по лимфе. Таким образом, видите, одна часть у меня поднимается. Поэтому еще раз вместе со мной можете сделать. Поднимаем овал, поднимаем, поднимаем руку, дальше идем, вверх поднимаемся. Под скулу идем. Теперь спускаемся вниз. Смотрите, есть разница. Мне кажется, что эта часть у меня поднялась сейчас. Теперь делаю вторую. Опять чуть-чуть кремлю. И делаю сначала вот так. Затем начинаем работать, поднимаем, и вот так начинаем поднимать, переходим вверх. И спускаем вниз. Иди сюда. Совершенно занимают мало времени, где-то 2 минуты хватит, и ваше лицо снова молодое. Всем спасибо, увидимся в следующих видео. Пока!